сделать точно такими же, всех остальных, блядь, вот говном полить, говной, блядь, вот. Я потому что сам за собой наблюдал такую же хуйню, блядь. Надо искать. Там есть и свои хейтеры, и люди, которые, блядь, плескаются в разные стороны гноем, но их намного меньше, чем в России, блядь. Почему так, нахуй? Как заработать такие деньги, чтобы купить себе такое авто? Вот это вот я считаю правильно, блядь. Люди задают вопросом, как заработать деньги. Они просто начинают засирать, блядь. Почему мы-то такие, ёбаный вас в рот, блядь, всех? Не на Рунете, да, а где-то там, блядь, на каких-то сайтах. Люди там намного позитивнее, люди там намного осознаннее, люди там намного объективнее. То есть, интернетом, ты такой, ты сякой, это говно, это не то, и так далее, и тому подобное. Только исходя из того, что они сами-то не понимают, что они несчастливы, и поэтому пытаются всех остальных. Кто бы что ни говорил, но все познается в сравнении, и я понимаю, что нельзя сравнивать там Америку, Россию, Америку, там Англию, Англию с Россией, там и так далее, но вот когда, блядь, читаешь англоязычные комментарии какие-то, сидишь на... Принять эту хуйню, надо, блядь, ее на корню обрубать. У меня, конечно, есть какая-то своя теория, мне кажется, чисто с психологической точки зрения, наши люди несчастны в большинстве своих случаев, и таким образом они вот это вот свое несчастье, они, короче, в интернет, и они пытаются оправдать те вещи, которые они покупают за дешево, и возвысить их, блядь. Да вот я лучше там Супру 2 JZ куплю, нахуй эта бэха вообще нужна, она говно, она не стоит 16 миллионов, да ты, блядь, не понимаешь даже, что... Еще это связано с тем, что у нас люди на всем пытаются экономить, вообще на всем, блядь. Они не понимают то, что не будет качества, если ты его покупаешь за копейки, блядь, за сущие копейки. Будет качественная вещь или качественная выполненная работа. Я это не сразу догнал, но я к этому пришел тогда даже, когда я не зарабатывал много денег. Они пытаются вот на всем, на всех абсолютно вещах, ситуациях там сэкономить, блядь. Я когда не зарабатывал много денег, я и то осознавал то, что лучше отдать много денег и остаться ни с чем, но у тебя снизить. И идет гонка вооружений, типа там, блядь, технологичности и так далее и тому подобное. Вот, и поэтому, короче, многие и поломки, и браки, трения, нахуй, старайтесь его менять. И будьте более объективными, будьте более осознанными, и тогда вы поймете то, что вы конкретно не правы. Но это все равно стоит денег. И люди адекватно это понимают. И люди адекватно понимают то, что ты еще переплачиваешь и за бренд, и за марку, потому что это какой-то статус, это какие-то определенные условия, это... Ну, типа, в таком ключе, в такой манере, зачем об этом писать? И вот, блядь, ну, реально очень много русскоязычных, и мне кажется, там, блядь, людей из стран третьего мира вот таким вот образом мыслят. И вы поменяйте свою мышцу. Твоя супра рядом не стоит с этой BMW за 16 миллионов, и она вообще не просто так 16 миллионов стоит. Вообще не просто так, нахуй. И каждый, блядь, производитель имеет право ценник рыночный выставлять, уже зарекомендовавшаяся себя модель на рынке там и так далее, и это все стоит денег. А те пацаны, которые говорят там, или там, блядь, люди просто, которые говорят, типа, да вот, я лучше это куплю, чем это, нахуй. Ну ты так иди и покупай, нахуй ты об этом пишешь, блядь. В который раз убеждаюсь в том, что русская интернет-комьюнити настолько сильно токсичная, что просто пиздец. Я, короче, сейчас увидел объявление, где BMW шестерку продают за 18 миллионов. Да, сейчас машины очень дорого стоят. Абсолютно разные автомобили, начинают сравнивать там и так далее и тому подобное. Но недавно я видел практически точно такую же BMW продавались там, по-моему, в Германии или, блядь, в Австрии. Даже еще задороже. И там комментарии типа были, блядь, охуенно, как поднять столько. И, по-моему, необоснованно дорого. И там комментарии в стиле типа, блядь, пиздец, за что такие бабки, да это говно, да, блядь, это просто там мир сошел с ума, да нахуй я лучше там, блядь, Супру 2 JZ куплю. Вообще, абсолютно, исходя из-за того, что люди покупают или нет, его как-то регулировать.
И если есть спрос, есть предложение. Это раз. Второе, да, я согласен, что сейчас каждый производитель, он пытается ценник, как сказать, это производство. Первая машина у меня была девятка. Вот тогда мне казалось то, что это просто, ну, типа, у меня машина. Ебать, я на ней ездить буду в колледж, ёбнешься. И многие говорили: Саня, типа, ты дурак, вложи эти деньги в бизнес там, блядь. Инвестируй их куда-то, нахуя тебе эта машина, блядь, тем более не новая. И я такой: нет, Мерседес все-таки мне нужен. Я помню, когда я заработал свой первый миллион, я тут же пошел на автору искать Mercedes E-класс, 212 кузов у меня был, я помню. Вот, и, короче, мне не хватало 50 тысяч, я занял их, на последние бабки купил ее. Есть множество людей, которые к машинам относятся просто как к средству передвижения, как к транспорту, им вообще наплевать на что, на чем ездить. Я машина-дрочер, я самые последние свои деньги буду в машину вкладывать, нахуй, вот. Самые последние деньги, нахуй.